Четверг, 21 сентября, на канале Домашнем вы сможете посмотреть 4-серийную мелодраму под названием «Подмосковная кадриль». В ней давние подруги и соседки Рита и Лена заключают пари. Спорная сотка земли между их участками достанется той, кто соблазнит и выйдет замуж за актера театра и кино Дениса Максимова. А Рита соглашается на авантюру только потому, что не воспринимает его всерьез. Лена же, наоборот, мечтает о красивой столичной жизни и давно грезит Максимовым. Ей удается поселиться у Дениса и даже заручиться доверием его мамы. Но как только у актера возникают проблемы в карьере, Лена теряет к нему интерес. Тем временем Рита серьезно настроена помочь Максимуму выпутаться из сложнейшей ситуации.